В селе Львовском состоялась открытая сессия Совета поселения. О работе за 2019 год рассказала глава Людмила Поворотова. Основные направления работы местной администрации – это завершение строительства универсального спортивного зала, ремонт дорог, игрового оборудования на детских площадках, памятника воину-освободителю в селе Львовском, замена водопроводной сети. В 2020 году планируется закладка Аллеи Славы в честь 75-летия Победы. Несмотря на большой объем выполненных работ и запланированных к выполнению 2020 года, в поселении проблемными остаются вопросы: капитальный ремонт и техническое перевооружение в соответствии с установленными требованиями уличного освещения. Для этого необходимо изготовление проектно-сметной документации и включение в программу, так как в бюджете поселения такого объема финансовых средств не имеется. Отдельно Людмила Поворотова отметила проблемы электро- и водоснабжения. После отчета главы и совета Львовского сельского поселения жители смогли задать свои вопросы руководству и представителям служб и ведомств района. В основном они касались трудоустройства в поселении и здравоохранения.